Тульский цирк в профессиональный праздник решил поздравить не только своих сотрудников, но и зрителей. Для них на манеже выступили юные артисты цирковых студий, участники программы «Тропик-шоу», новой программы «Легендарный цирк» Юрия Никулина и многие другие. Перед началом представления дети и взрослые с нетерпением готовились увидеть захватывающую программу. Мы хотим посмотреть наши новые юные таланты, которые подрастают в этом цирке и в других кружках. Чтобы увидеть детей на канатах. Самых лучших эмоций для детей. Пусть посмотрят, может быть, тоже пойдут в какую-нибудь цирковую студию. Также показал свое мастерство фокусник Анатолий Кириченко и дрессированные животные. За номерами юных гимнастов дети следили, затаив дыхание. Эти выступления показали им, что нет ничего невозможного, если трудиться и заниматься любимым делом. О значении праздника для тульского цирка и его зрителей рассказала Тамара Бортникова. Сегодня в Тульском государственном цирке впервые мы празднуем этот праздник с полным аншлагом. У нас нет ни одного свободного места. Сегодня на манеже выступят дети цирковых студий, заслуженные артисты России. Все вместе, дружно будут поздравлять наших зрителей с праздником Дня цирка. Представлены будут самые разные цирковые жанры. Будут выступать артисты новой программы, которая началась только с 15 июня. Но сегодня уже первые зрители смогут увидеть их творчество. Благотворительное выступление прошло под овацией зала и никого не оставило равнодушным. Зрители надеются, что празднование Международного дня цирка станет доброй традицией. Анна Молодцова, Сергей Давыдов, Новости Тулы.